Компания «ТВ-Энерго» бесплатно устанавливает приборы учета электроэнергии. Со семьям без задолженностей за электроэнергию в рамках акции бесплатно заменят приборы учета электроэнергии. Со семьям, которые относятся к льготной категории граждан, компания «ТВ-Энерго» установит фасадные приборы учета бесплатно. Льготная категория – это такие люди, которые по каким-либо причинам самостоятельно не могут финансировать свои затраты, либо это многодетные семьи. Таким людям компания «ТВ-Энерго» пошла навстречу. Данный список был нами получен от сбытовой компании. Установка приборов учета особенно актуальна в связи с мероприятиями по проверке счетчиков у жителей Тувы. Сейчас, если счетчик не установлен или устарел, и его показания не принимаются к учету, то в отсутствие потребителя по закону ему начисляется норматив. Откуда он там цепляется? Первыми в списке оказались жители по улице Северная города Кызыла. Теперь в домах участников акции установлены новые современные высокоточные счетчики. Кроме того, современные счетчики выдерживают нагрузки энергоемкой техники, уберегая жилье от пожара. В данный момент сейчас ведется монтаж прибора учета электроэнергии. Так как хозяев нет, там есть небольшие трудности в поиске их ввода, потому что дом получается четырехквартирный. Отметим, что акция не ограничится столицей республики. В ближайшие дни такие же счетчики будут установлены у остальных участников, которые проживают в других районах Тувы.